Я вчера белый «Опель» на набережной остановил, жезлом махнул. Ну, жезл, это вы знаете, что такое? Это волшебная палочка для менеджмента. Это раньше так было. Сейчас же это только с квитанцией. Так водитель этот выходит, лыка не вяжет, перегар, глаза красные. Я говорю, все, отъездился. Давай права, иди на 49-й трамвай. Ну почему на 49-й? Я говорю, потому что тут один только ходит, других никогда не было. О, не, ну так нечестно, давайте я в трубочку дуну, посмотрим. Ну что смотреть, пьяный есть пьяный. Хоть пукать трубочку. О, не, ну, товарищ сержант, нечестно, ну, я больше не буду. Возьми 100 баксов. А нам же строго-настрого запрещают брать на службе наличный день. Строго-настрого. Ни рубля. Ну, правда, про баксы ничего не говорили. Ну, пожалел я его взял. Я все, только что в последний раз. Ну, он в «Опель» свой сел, отъехал 2 метра, остановился, выходит. А я смотрю, он гад трезвый. Подходит ко мне, говорит, вот тут у меня в пуговичке видеокамерка, за ушком магнитофончик, а в карманчике диктофончик. И документы предъявляет, у меня чуть волшебная палочка с рук не выпала. Служба внутренней безопасности ГАИ, майор Поклевкин. Я говорю, как же, у вас же глаза были красные, как у кролика с похмелья. Он мне коробочку такую из кармана достает с красными линзами. На ней герб государственный и надпись «Глазки алкаша». Я как оразилась, как от директора пивзавода. Он мне из карманчика баллончик достает. Там герб государственный, надпись «Перегар оперативный». Все, говорит, хватит, попили народной кровушки, снимай жетон. А это все. Это, считай, пендель из органов народная зарплата. Я же ничего не могу без этой волшебной палочки. Я говорю, ну не губите, пожалуйста, товарищ майор Поклевкин. Я больше не буду. Ну все, небось, настрелял уже с утра на полквартиры. Какие полквартиры? Вот, возьмите 300 баксов с утра, все, забирайте. Хорошо мне твои гроши. Несправедливость во дне. Вот ты у меня сегодня 12. Скоро ж некому будет служить. Ну, снимаю я жетон, портупею. И вижу, как-то смягчился он. Ладно, говорит, давай сюда свою выручку. И чтоб в последний раз. Думаю, фу, пронесло. Короче, обрадовался. И вот только он в «Опель» сел. Вертолет сверху зависает. И прямо перед «Опелем» на набережную садится. Оттуда офицер с чемоданчиком прыг майору Поклевкину, вы арестованы. Мы с майором в шоке. А этот документик предъявляет полковник Заглотов. Инспектор под контролю над службой внутренней безопасности ГАИ. У меня все на пленке как есть. Должностное преступление. Майор побелел, он что, баксы мои спрятать не успел? Ну, взятка при исполнении, под суд пойдешь. Хватит, попили народной кровушки. Доверили коту сметану, одного упросишь, другого упросишь. Вот ты у меня сегодня 12. Скоро ж некому будет служить. Давай оружие, машину, документы, подписывайся, а не выезди. А из вертолета вот такие хари торчат с калашником. Ну, майор плачет, документы ему отдает. Он говорит, ну, и много ты нажился-то на инспекторах. Только какой много? Вот, все, забирайте из всех карманов. Доллары, евро, тугрики, булавка для галстука, кусок мыла и пара новых носков. Ну, не проблема не майора, а Березовский визнание. Тот говорит, ну что, и стоило ради этого карьеру портить. Ладно, ксиву забирай. Этот компромат ко мне в вертолет еще в последний раз. Ну, короче, мы обрадовались. Пронеслось, короче, и тут на тебе. Мы ж на набережной, а тут река. И вот всплывает в реке что-то громадное. Да еще с перископом.
Оттуда трап на берег, и дядя в штатском прямо к нам, капитан Немо. Я, говорит, адмирал Поглотилов, начальник надзора за контролем службы кадров безопасности ГАИ при президенте России. Наша аппаратура только что зафиксировала должностное преступление. Дело пахнет трибуналом, хватит, попили народной кровушки. Этот полковник говорит, ну простите, я чисто майора пожалел. Тот говорит, а как же вам, говорит, ей-богу, не стыдно. У вас же семья, дети. Вот ты у меня сегодня 12. То скоро некому будет служить. Ладно, давайте сюда свою выручку еще в последний раз. Ну, короче, мы все обрадовались, все втроем, ну, пронесло же. Короче, и тут слышу сзади визг тормозов. Подлетает запорожец лохматка. Оттуда такая фея в норковом манто с синими волосами подлетает к этому адмиралу. Чемоданчик у него выхватывает, садится опять в лохматку, дверцу прикрывает и говорит, а свои копеечные алименты, Мишенька? Вот я точно запомнил. Мишенька, запихни себе. И укатила. И мы стоим, три мужика таких, смотрим ей вслед. Машина ворчит, вертолет скворчит, в реке этот Наутилус хлюпает. А главное, я всегда говорил, что женщина за рулем, это, блин, вообще. Я сейчас умнее стал. Я вон сегодня КамАЗ остановил. Вижу все признаки на лицо. Глаза красные, лыка не вяжет, перегар. Документы суёт. Какие нафиг документы? Я ему руку поцеловал. Говорю, всего вам доброго, товарищ. Счастливого пути и спасибо за внимание.